Строительство белорусской атомной электростанции в эти дни обсуждают в Женеве. Здесь проходит промежуточное совещание сторон конвенции ЭСПА. Этот документ обязывает страны оценивать влияние крупных проектов на окружающую среду соседних государств. Вопросы к строительству АЭС в Островце еще в 2011 году выдвинула Литва. Во время нынешней встречи Минск в очередной раз предложил Вильнюсу совместные шаги и действия, а также призвал вернуться к прямому диалогу. Мы добросовестно проводили все требуемые от нас консультации как в двустороннем, так и в многостороннем формате. За годы работы и с учетом предоставляемой Комитету по соблюдению информации от Республики Беларусь, многие претензии Литовской Республики в отношении данного объекта были сняты. О всех мерах безопасности, которые приняты при строительстве атомной электростанции, белорусская делегация доложила участникам форума. Представители нашей страны также рассказали о диалоге с МАГАТЭ и Евросоюзом. Совещание в Женеве продолжается и сегодня.